Малыши, малыши, идите скорее сюда. Хотите посмотреть, как я буду менять воду в аквариуме? Ух ты, конечно, хотим. А рыбок куда девать? Вы вместе с ними будете воду менять? Ух ты, бежим скорее смотреть. Нет, конечно же, рыбок мы сначала достанем и положим их в ведерочко с водичкой, чтобы им было комфортно. Потом поменяем воду в аквариуме и запустим рыбок обратно. А еще насыпем им корм. А еще, маленькие мои малыши, вы видите, какая я сегодня нарядная? Сегодня будем устанавливать в нашей группе елочку. Ух ты, ура! А я не хотела в садик идти, тут так здорово сегодня. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Ту-ту, зимой и летом стройная, зеленая была. Меня подождите, я тоже буду рыбкам воду менять. Возьмем ведерко и нальем туда водички. Ну вот, все готово. Открываем крышку и берем сачок. Рыбки, иди сюда, не бойся. Будет чистенькая, хорошенькая водичка. Давай, ныряй в ведерко пока, вот так. Следующее, иди сюда. Полосатенькая. Ныряй. Вот, вам там будет хорошо. И ты иди сюда. Ой, ты какая, иди сюда, шустренькая. Вот так, рыбки мои хорошие. Так, ну все, теперь меняем эту грязную воду на чистую. Берем ведерко и выпускаем рыбок обратно. Смотрите, малыши, теперь их нужно покормить. Вот так. Ну все, крышечку закрываем, и я за елочкой. А можно мы с вами за елочкой? Да нет, не нужно, я сейчас быстренько, вы пока готовьтесь украшать. Что? Они вздумали елочку наряжать. Значит, малыши тоже будут ждать Деда Мороза. Вот тут-то они мне и попадутся. Здорово, ну-ну, давайте, украшайте. Скоро. Сейчас будет у них елочка, будет Дед Мороз. Так, сначала бороду, потом шапку. О-хо-хо-хо-хо-хо, здравствуйте, ребятки! Я ходил по северным тропам, скакал на оленях. Поверят, они маленькие, глупенькие. Но чем я не Дед Мороз, да? Вот она, наша елочка. Ну что, разбирайте шарики, будем украшать. Шарики, мишура, будем наряжать. Ребята, а вы уже нарядили у себя дома елочку? А мы только еще сегодня будем. Шарик золотой. Синенький и красненький. А теперь золотистая мишура. Вот она, наша нарядная елочка. Ну что, малышня, осталось дождаться праздника и Дедушку Мороза с подарками. А сейчас быстро все спать. Быстро. Кого поймаю, того съем. Не надо меня есть. Я еще подарочки хочу от Деда Мороза получить. Эй, друзья, а давайте не будем спать. Вдруг придет, пока мы спим, Дед Мороз. Под елочку опять подарки положит, а мы его не увидим. Точно. Давайте по очереди будем подглядывать. Тише, всем спать. О-хо-хо-хо-хо. Ой, спят малыши. Ой, елочку нарядили, я смотрю, молодцы. Подарочков как-никак хотят. Дедушка, ребята, вставайте, Дедушка Мороз пришел. Дедушка, мы тут. Дедушка, а ты настоящий? Ай, не надо дедушку за бороду дергать, конечно, настоящий. Ух ты, правда настоящий, дедушка, а где твой посох? Посох? Посох я потеряла. В смысле потеряла? Дед Мороз, ты что, девочка? Ха-ха-ха, нет, я дедушка Мороз. Потеряла, внучка, говорю, моя потеряла посох. Ух, такая волшебный мой. Я ее отправил в лес посох мой искать. А без посоха не будет волшебства. Вот, я к вам пришел за помощью, малыши. Ай, что здесь происходит? О, дедушка! Ага, он говорит, посох Снегурочка потеряла, где-то в лесу. Помощь нужна наша. Поможем дедушке? Уж помогите, ребята, а то не хочется без подарков всех оставлять. Без посоха никаких подарков мне не найти никак. Ой, беда, испорчу весь праздник навсегда. Ой, ну Снегурка, ну дает. Конечно, мы тебе поможем. Ну что, ребята, побежали скорее посох волшебный искать, чтоб на Новый год без подарочков не остаться. Ну что, дедушка, показывай, где искать? Ой, да вот где-то здесь, вот за горкой. Вот, можете посмотреть? Вот сюда, проходите, да? Вот, где-то здесь торчит, вот прям вижу. Ой, а со зрением-то у меня плохо, я же старенький. Проходите, малышня, сюда. Где-то здесь, да? Сейчас посмотрим. Да, там, да. Не думала я, что будет все так просто.
дедушка, что за ерунда? Тут нету никакого посоха, тут какая-то клетка. Все правильно, малыши. Клетка. А я не Дед Мороз, детка. Я антибак. И наконец-то я вас всех поймала. За вас я получу столько новогодних подарков. Столько, сколько не могу себе представить даже. Так, сейчас напишу записку, что за вас я буду требовать выкуп. А какой? Хочу новый 128-й iPhone. Хочу еще музыкальный магнитофон. Хочу большой-большой телевизор, чтобы мультики смотреть. А еще хочу целую гору сладостей. Сколько вас тут? Четверо. Должны за вас мне что-нибудь дать. Точно-точно. Так, нужно записку в садик передать. Интересно, спят у меня малыши? Ой, а что это такое? Украла детей я. Антибак Дед Мороз. Верну за вознаграждение. Что это за шуточки, малыши? О-оу. Так, еще раз. Украла детей я, антибак Дед Мороз. Что это за ерунда? Верну за вознаграждение. Украла! Украла моих малышей! Ах ты, антибак! Да я на тебя... Сейчас позвоню Супер Биби, она ей задаст. Украла за вознаграждение. Я тебе сейчас... Будет тебе вознаграждение. Тухлыми помидорами и всякими помоями. Вознаграждение из-за детей, ага. Сейчас мы тебя найдем. Алло, Супер Биби, у меня беда. Ну, а как ты? Хотела, в садике случается такое иногда. Да не часто. В этот раз антибак украла малышей. Да, антибак Дед Мороз, представляешь? Да записку написала, под елочку положила. Да, елочку сегодня нарядили. Вернул, говорит, за вознаграждение. Слышала, да? Отправляешься на поиски? Отлично, держи меня в курсе, ладно? Ай, ужас, как от этой бороды все чешется. Не могу прямо как чешется. Ай, малыши, почешите, пожалуйста, под бородой, а? Хватай ее за бороду. Эй, а ну, хватит. За бороду хватай, ага, сейчас. Ладно, вы сидите тут, тихо, не орите. А я пойду до дома, сниму этот дурацкий костюм. Ай, как чешется, как же чешется. Ну и куда в этот раз этот антибак? Спрятала наших малышей, а? Вы не видели? Где-то на улице? Ага, привет, малыши, ну что, любопытные? Попались? Антибак, спаси нас, мы думали, мы Деду Морозу помогаем. А это не Дед Мороз, это антибак. Костюм Дед Мороза напялила и отправила нас посох искать. А вот он тут, в клетке, якобы был. Она нас взяла и закрыла. Выкуп, говорит, буду просить. Телевизор, айфон, магнитофон и много-много сладостей. Вы дадите ей это все, а? Освободите нас. Что? Айфон, магнитофон и много-много сладостей. Это за что, интересно? За то, что она за год сделала нам столько-столько гадостей? Ха-ха, ничего ей не будет. Давайте вылезайте, пока она ушла. Кстати, а куда она ушла? Она ушла бороду снимать, чешется, говорит, там все у нее под бородой. Мы хотели ее за бороду хватить, а она от нас бежать. Вот и убежала, наверное, домой. Ну, так это и отлично ведь. Так, давайте я вас сейчас выпущу. А ей посадим снеговика. Супер Биби, спасибо тебе большое. Что бы мы без тебя делали? Благодаря тебе малыши опять в своих теплых постельках. Измерзлись там, наверное, на морозе. Ух, она антибак. А ты ее, кстати, нашла? Не, а зачем она мне? Ха-ха, я ей вместо малышей в клетку снеговика засунула. Вот ей, все вознаграждение. Ха-ха, прикольно. Спасибо еще раз. Ну ладно, пойду расскажу моим малышам сказку. Или не сказку. Может рассказать, чем настоящий Дед Мороз от ненастоящего отличается? А то вон, смотрите, какие жулики вместо Дед Морозов встречаются. Ладно, давай, пока-пока. Надеюсь, все будет спокойненько. Малыши, замерзли? Да-да-да-да-да-да, ага. Можно нам на полдник горячего какао? Какао? Будет вам какао. Давайте глазки закрывайте, а я вам расскажу про зимнего волшебника Деда Мороза. Настоящего. Ну как там мои пленнички? Караул! Малыши превратились в снеговика. Заморозила. Ой, дурочка, такой мороз на улице, а я их оставила. Ой, таких раздетых-то еще. Кто же мне за таких отмороженных выкуп-то даст? Эй, малыши, сейчас я вас отогрею. Сейчас, иду. Ай, ой, да он же из снега. Настоящий снеговик. А где мои малыши? Эй, ой. Клетка захлопнулась. Выпустите меня. Опять обхитрили. Ух, я вам. Не надо мне никакого вознаграждения. Выпустите. Эй, я буду хорошо себя вести. Честно. Эй, кто-нибудь.
Вот так, ребята, такая история. Захотела стать Дедом Морозом, а сама в клетку попала. Интересно, найдутся добрые люди в Лолтауне, которые бедную, несчастную, никому ничего плохого не сделающую антибаг из клетки выпустят, а? Вы бы выпустили? Ну, пожалуйста. А сейчас, друзья, не переключайтесь и смотрите результаты видео в конкурсе на капсулу Лол-сюрприз. И если вы узнали себя в качестве победителя, пишите нам в группу ВКонтакте или в Инстаграм, чтобы узнать, как получить приз. Удачи вам!